детском саду «Пчелка» самые юные химчане показывают своим родителям, чему они научились за время пребывания в дошкольном учреждении, а воспитатели благодарят за теплую заботу о подрастающем поколении. Праздничное событие посвящено десятилетию дошкольного отделения «Пчелка» при школе номер 20. В рамках торжества звучали слова благодарности, говорили о планах на будущее. Хочу поздравить всех своих коллег с этим замечательным праздником, пожелать им творческих успехов, всего-всего, море цветов, улыбок. Пусть они трудятся и работают, и растят прекрасное поколение. Мы, в свою очередь, конечно, постараемся, чтобы все наши воспитанники выросли умными, добрыми, щедрыми и отзывчивыми людьми. С юбилеем педагогический коллектив поздравил лидер движения общественной поддержки Егор Чинюк. Со стороны администрации стараемся всячески помогать развитию детского сада, чтобы он сохранял ту атмосферу, которая здесь присутствует, развивался, расширялся. Родители воспитанников детского сада поблагодарили сотрудников за чистоту и безопасность, за вкусные обеды и завтраки, за интересную образовательную программу. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.